Последние несколько лет Омск Электро находилась на грани банкротства. Задолженность перед МРСК Сибири перевалила за 1 000 000 000 рублей. Ситуация начала меняться лишь в начале года, когда МРСК Сибири получила статус гарантирующего поставщика электроэнергии в Омской области. Было реструктурировано и погашено 400 миллионов рублей. И в этом смысле это реальный шаг взаимного урегулирования, который был коллегами сделан. Но всю сумму задолженности погасить не удалось. На сегодня задолженность Омской электро перед МРСК Сибири составляет почти 600 миллионов рублей. Единственный способ спасти муниципальное предприятие от банкротства – реструктуризация долга. МРСК Сибири готова дать отсрочку на 3,5 года. Детали будущего соглашения обсуждали на совещании у губернатора. Те подходы, которые мы определились там, месяц назад на совещании у Вячеслава Юрьевича, мы их подтвердили еще раз, в том числе и у губернатора. Ну, необходимо время, чтобы еще несколько вопросов мне обсудить с моим руководством в Российских сетях, ну и городу провести определенные консультации. После подписания соглашения, которое по планам должно произойти через несколько недель, может появиться реальный шанс нормализовать ситуацию в энергетике региона. Мария Седнева, Андрей Кузьмин и Василий Мельниченко, Антенна 7.